Всем привет, друзья! Сегодня мы с Романом и, как всегда, драйвер 51 Рус поедем на автомобиле Oshkosh M 1070. Это доработочка от Дариуса. Немножко мной уже переделанная, там немножко ошибки исправлены по грузам, короче, исправлено. Рома, привет! Привет, драйвер 51 Рус. Димон, короче. Привет всем, да, поедем мы, широкая река, будем тут тестить еще, пока данная доработка до конца не допилена. Ну что, поехали? Поехали. Лес за орехами. Сейчас мы быстро эту карту разберем на таком автомобиле. О, красиво как стоят вообще. Так, сейчас у меня будет плохо слышно. Так. Ох, вот это танк. Так, ставим запаска, мне нужна срочно. 200 ремонта. Так, соляра не нужна. Так, Oshkosh. Wells там, увидишь там внизу где-то. Третья снизу, вот это как только появились аддоны. Так, это что у нас, ремонтные части. А, гараж нам надо открывать, наверное, да? Давай по два, что возьмем? Так, мигалки. Так, это что у нас? Это груз, топливо, двачка гаража. О, давай обычный тогда, кузовок там есть. Гараж парт нету, его родные. Хотя нет, знаешь как? Давай, сейчас тут должна быть, подожди, где-то тут должна быть другая штука. Сейчас мы тут найдем более интересный аддон. Если он есть, а он, по-моему, есть. Сейчас, кстати, у него просто длинные такие все эти ровпуски, прицепы. Сейчас, подожди, я трактор прицеплю. Трактор. Ну-ка, что тут у него есть? Это есть. Трейлер, по-моему, где-то должен быть с этим самым. Трейлер. Ага, это просто трейлер. Сцепка, трейлер. Сцепка нужна. Где-то тут что-то должно цепляться. Так, цистерна. Сейчас я подожди, посмотрю. По трейлеру. Кстати, никак. Он, наверное, просто модок, я точно не помню. Где-то бат должен грузиться, я не знаю, здесь или не здесь. Идем лонг. Не, бат этот, трактор такой. А он грузится где-то на этом самом, по-моему. Так, а как бы это узнать, что дело? Или он не гараж везет? Наверное, нет. Вот трейлер трал, вот я поставил. Ну вот я тоже его поставил, но это не то, походу. Трал, газ. Так, трактор. Ну тут его, по-моему, нету. А может его грузить надо, на лесоповале? Может быть. А если мы приедем, а его там нету? Так что поехали, давай, наверное, Oshkosh. Так, трубы, карт, фуил, гараж парт, короче, берем. Давай просто гараж парт, да погнали. Так, что тут еще, бортовой прицеп. Вот, есть цепь. Ну, я на всякий случай, я возьму еще просто по рецепту. Все, вот это зверь, автомобиль. Так, это тут короткий писем, что? Короткий, конечно. Так, а мы поедем-то, какой гараж открывать? Наверное, поехали через речку, откроем. А по сути-то этот же первый зверь, который до речки еще. Ну, нам желательно с той стороны бы открыть. А тут сколько всего? А поехали? Поехали, тот откроем. Поехали. А, ну все равно здесь пролезем сейчас, подожди.
Сейчас мы откроем этот, а потом поедем, переедем, откроем с той стороны. Вот и все. Блин, но меня машины тараблит просто. Так, пока. Ой-ой-ой, не туда, не туда, не туда. Опа, спасибо. Кто там? Я прям за тобой след еду. Да я просто. Да я просто этот писал с этого. Спереди. Так, поехали. Цепи сзади хорошо смотрятся. Блин, он такой большой. На КамАЗиках-то я тут промеж деревьев спокойно пролезал. Блин, ну вообще обалденный. Это, ребята, мод, по-моему, брать не буду, но мне кажется, что, по-моему, вроде он отбрейгил этот мод. Будет такой автомобиль, значит, вот такой раскраской красный, и будет еще зелененький. Так, все. Да, машина вообще суперская. Присутствует тут анимация стекла. Так, обгоняю, сейчас продемонстрирую еще. Так, открывается у нас, значит, 4. Это окошко водительское. Оп. И 3, это открывается капот. Все. Жарко стало, открыл окно. Поехал. Рому догонять. Нет. Это не машина, а танк просто. Вот, ребята, кто, если снимает видео или просто карты обследует, вот аппарат для чего нужен такой. Вау! Чуть не догнал. Я карты смотрел, извини. Ну, открыто, да, у тебя карта, все там? Да. Едь прямо мы сейчас по этой... дороги должны выехать, по идее, к гаражу. Ага. Это не к гаражу мы сейчас выйдем. Это мы уже, знаешь, куда приехали. Походу, вообще не туда. Сейчас мы через пилораму проскочим там, наверное. Уже проскочили. По прямой к гаражу едем. Правильно. А, ну все, тогда по этой дороге, да, мы сейчас к гаражу и выйдем. Тачка вообще обалденная. Вот Брегел бы, ой, Дариус был бы молодец, если бы он в данном паке сделал бы пак не одну машину зеленую, а там текстуры для двух машин, для красной и зеленой. Сделал бы изначально два автомобиля сразу. Было бы интереснее. Один на зелененький бы ехал, другой бы на красненький. Да. Причем это все присутствует и в моде. В изначальном с версии 13.04. Да, у него расход 20-ничек на автомате. 48 он был, я пёр на пятой передаче. А ты на повышенной? Не, на автомате. На автомате? У меня 20-ку что-то он тут кушает. А, у тебя колеса-то другие стоят, там прописка в колесах другая. На дефолтных у меня вот 20-ник он трескает. 18, 20. Здорово, дружайся. Сейчас я еще подтащу тут. Ставь сразу еще для гаража, для одного еще на раз. А, у нас же еще. Да, еще гаражи есть. Ну. И еще раз я такой же поставлю этот. Где он тут, гараж? А что, давай, может, ты в один гараж, а я уже поеду. А у нас один остался гараж-то. Два. Где два-то? За речкой два гаража. Два? Еще дальний тут. Да, возле лесоповала, который. Ну, посмотри по карте. Так. Дела. Точно два. Ну, давай тогда, я беру. Сейчас поставлю дефолтный борт, наверное. Так, где тут? И тут ремонтные гаражные части. Все тут, ребята, подправлено. Можно играть спокойно на обычных дефолтных картах. То есть
на том же самом наводнении у вас машина уже появится со всеми установленными аддонами. Так, тележка, фургон. Так что бери тележку, фургон еще с собой. Не, ну я один такой взял, а второй вот такой. Ну вот. Давай, давай. Все. Рентген, главное, чтоб все было как... А, вот он. А ты там вывернешься? На такой машине, легкую. Его погнали. Поехали сюда прям, переедем. Ой, слушай, на заправку прям заехать еще. А там и будет заправка у нас сейчас. Как раз неподалеку. Все, подперли. Давай. Обороты не скидывай. Сейчас я на авто... на повышайку. Опа. Все, я поплыл. Вообще, автомобиль просто меня радует. Ты чё там? Да ты чё тормознул, и я с тобой. Гидроудар? Гидроудар поймал. Да я чуть не врубился в тебя. Меня, видать, походу на этих цепях машина получше тащит. Всё, переплыли. Да, на обычном дефолтном транспорте тут опухнешь ехать, наверное. Ну да, там всегда, когда едешь, там на, даже на Кразе, если всегда выбираешь места, где поменьше, еще ищешь что-то. Стартуй, стартуй, стартуй. Я не повышаю. Все, 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 пошел, я пошел, разгоняюсь. У тебя хватит соляры-то? Я думаю, должно хватить еще 160 литров. Ну, то я думаю, на тех колесах это кушает от души. Да, да. Ой, а там нет канистрчик каких-нибудь потом закинуть? Куда? Вот так. Ну, на него. Цистерна есть какая-то там ставится. А, ну вон гараж у тебя получается. Вот сразу направо уходи, тут проедешь по лесу. Направо, направо. Ой-ой-ой. Направо, направо, туда, туда прям газуй. Разгрузишься и что-нибудь можешь зацепить, если хочешь. Хотя нам, в принципе, не надо. Мы сейчас поедем на заправку к тому гаражу. А, ну хотя все вместе поедем. Да, давайте я тут подожду пока. Что-нибудь там цепляй. Цистерна там у него какая-то есть, поставь ее для вида. Все равно, я думаю, до заправки доедем. Сейчас по асфальту, так она будет тут вообще отличненько ехать. Что ты там выбрал? И выезжай на асфальт налево. Да блин, никак не могу поймать, чтоб мигалка на скрин попала, зараза. Ох ты, взял-то колбасину, нифига себе. А чё пустому ехать? От души такая, знаешь, заправка. Сразу можно, ну обгоняй. Поедем за тобой. Так, а где там заправка? А, у нас по пути прям будет. После домика там будет девятиэтажка стоять такая. И после нее. Вот это, блин, цистерна. Сейчас я... Видишь, салона.
стекла тонированные в салоне. Вообще обалденно. Только такой звук я вообще не слышу. Так, вон девятина уже видно. Вот после девятины там будет поворот направо. Вот это, блин, машина. Воу! Вот ты с этой колбасой-то сюда заехал. Ну, плохо тебя, Арм, слышно. Сейчас я еще тебя заправлю. А, ну давай, давай. Я сейчас к тебе сейчас подъеду. Ой-ой-ой. Дотянешься так должен, по идее. Да, вот видишь, проблема это вот с мордой решена, как бы. Раньше было, что проезжало через дерево до кабины. Что-то ты меня не заправляешь. Погнали во второй гараж. Вылетишь там со своей этой колбасой. Колбасой, но. Она правда огромная. Да вообще баржа такая. Ну еще, ребята, тут надо будет доделать синхронизацию света, чтобы было видно всем. То сейчас свет пока еще не сделан, только. По аддонам, тут по грузам все подправлено. По самой машине. Колеса пачкаются теперь дефолтные. На прицепе тоже. Ну, прицеп-то это не. А, ты вот видишь, у меня на прицепе фонари горят. А, ночью загорятся, по-моему, да? Сейчас не горят, да? Ночь. Жестко тормаживаюсь, меня по всей дороге кидает. Ну, вот правильно. А там сколько по литражу-то в этой цистерне? 5200. Так, мы гараж-то не проехали. Что-то я как-то... Что-то я как-то... Не, его, он, по-моему, там с краю, его видно будет. Так, где-то тут он прям, вот где-то мы прям рядом. Где-то рядом, а где? Проехали. Вот и я, мне что-то показалось, что как да, будто да, вроде да. Вроде я что-то зад. Потому что пилорама там сейчас, а я сейчас сюда на вывернусь налево, попробую пролезу. Ну-ка, подожди, сейчас мы тут проверим обстановку. О, сюда можно, поехали. Ого, можно, мы там не выйдем, Рома. Ну как бы я-то тут еще с прицепом пролезу. А ты уже походу нет. С этой колбасой. Еще не факт, что я пролезу. Залез я тут в какие-то дебри. Вроде едет пока. Пока едет. Блин, тут дерево какое-то уперся. Все, виллы. Да что ты будешь делать-то? О, все нормально.
где-то как-то я тут вылажу. Что ты там развернулся? О! Все, я вылез. Обалдеть. Победили. Я и гляжу, что что-то вроде как бы не туда ломанули. Так, ну сейчас будем всякую красоту ставить. Сейчас разгрузимся. Есть. Так, и как бы тут нам сейчас... Я попробую с распуском, конечно. Там тоже какая-то, может быть, еще беда не исправлена. Там у него вот эти земли на самом распуске. Ну, как бы, если его не складывать, то нормально. Так, а складывать я тогда его не буду. Поеду так. Так. А, который ионный распуск, да? Да, ионный распуск. Так, Ашкош карт и лонг трейдер, это не то. Это тоже прицеп какой-то. О, нашел. О, какой красивенький. Ну, давайте ради прикола я попробую. Как он называется? Карт ставишь, и да. Внизу там лонг, я тоже скажу. Трейдер лонг. После трактора. Да, нашел. Лонг. Ну или лог. Так, лог. Троечка собрать. Ну-ка давай. Опа. Да, тут что-то, видишь, он... Так-то он вообще обалденно. Может, там мотор надо немножко посмотреть, чтобы он не так рьяно закидывался. Вау! Вот это жесть. Да, тут надо мотор на нем подправить. А так, я думаю, будет нормально грузиться. Потому что он когда... А? Прицеп, вот лог, лонг трейлер, который. А ты прицеп ставишь, что ли? Да, с прицепом, наверное, сложновато будет. Трейлер лог ставь, только, ну и можешь попробовать, пока в гараже стоим, хоть отремонтируешься. Он так слишком быстро как-то складывается. Мне не встает? Сейчас. Вот, попробуй этот. Видишь, как быстро и урон, кстати, вот от этого прилетает. А раскладывать сейчас его, вот попробую разложить, потом сразу обратно сложить, и когда он будет складываться, видишь, он не... Сейчас складывай, и потом сразу раскладывай, когда он будет подниматься. Давай. И раскладывай. Давай. Вау! Эх! Морозов! Жесть вообще, да? Ну тут мотор надо подправить, мотор сделать чуть-чуть полегче. Смотри, он, кстати, может так вверх остаться на кабину туда. Все, уже, наверное, там запутался у тебя, нет? Ты его лучше разложи, потому что потом урона прилетит, знаешь, сколько от такого удара. Лучше ехать с этим, с разложенным. Да, ты это сама отъезжай, я развернусь. Мотор там надо подправить, слегонца. Ты его сразу разбери лучше. Пока, видите, ребята, еще тут уже эту проблемку я еще не решал. О, кто-то что-то пишет. А некогда нам сейчас уже. Во, у меня на краде уже синхронизация света включилась. Работает у тебя там, светит фары у краза? Синхронизация работает. Краз уже стоит, светит. Нет? Ну это у тебя косяк точно из-за твоих этих штук, которые включены. Ну что, поехали? Фонарики вот мне нравятся на распуске на этом, на карте вообще обалденные. А, ну и дрова сейчас будут грузиться как бы тут лучше с этим, с плюсом.
Так, поворот. Нам главное поворот на пропустить. Где-то он. Вот он, вот он. Хочешь сказать, что я опять проехал, что ли? Да. Да ладно. Да-да-да, я ж помню, я тут разворачивался. Точно, ты погляди. Нет, я стою тут где-то у поворота. У какого-то. Это ты не туда заехал? Я туда заехал. Не, я вот на Лисковале. А я тогда где? Ты дальше проехал. Понял. Там еще один есть, но он, по-моему, слева. А, ну он вообще там дальше идет. Вот я, блин, забрался-то куда-никуда. Куда-то не туда. Нет, я на Лесоповале на каком-то. Направо. Все, заехал. А, это погрузка тут, слушай, ручная. Обалдеть. Это мне не надо. А я не выйду к тебе тут. По ней. По этой дорожке. Ну-ка, тут какие-то кабины есть. Нет, тут много деревьев. Да. Ой, и пеньков у тебя там полно. Хочешь попробовать залезть? Что-то не хочет. Все, я на какой-то пиндос тут залез. Вот дела. Стрелка. О, вот сколько тут точек зацепа. Когда пеньки. Да что ты будешь делать? Ты смотри. Давай, ломай сердце. Чем-то зацепился. О, вон вижу огонек, это ты, наверное, видишь. А синхронизации нету тут? Ты не можешь меня пока что видеть? Не, ну там, ну, этот самый красненький я вижу, это видать на прицепе. А, видно. Не, вот он, ты, да. Кажется, я застрял. Сейчас буду. Я попробую лебедку и... Да я роспуск сейчас подтяну. Во. Блин, я эти козлы теперь никак объехать не могу. А надо вперед выезжать, Рома. Мы сейчас там вперед выедем. Ты стой пока как стоишь. Угу. Сейчас я загружусь и покажу тебе дорогу. И покажу тебе дорогу. Так. Я заехал. А, ты развернулся. А я там сразу задом парковался. Я прямо буду выезжать. А, в ту сторону? Да. Так, стой, да, я загружусь. Протяни немножко, у тебя вперед прополучится, нет? Так, загрузиться. Все, я загрузился. Я вперед выезжаю. Так, стопэ. Что-то у меня тут надо за что-то зацепиться. Зацепился. Кощунить не удалось. Да, что-то я там на пиндос, походу, брюхом сел. Ага. Давай я с другой стороны. Да не, я вылезу сейчас. Я сейчас тут буквально сломать его только надо под собой и все. Так, надо подальше прицепиться просто. Плохо тебя, Ром, слышно. Попробуй сейчас к тебе ломануться. А там смотри, сейчас с роспуском там устанешь. Что-то трещит там, трещит. А что трещит, не пойму. О, все, сломал я его. Сломал. Это хорошо.
Полез. Опа! Еще и точку на шару открыл. Так, сюда-то я выехал. Теперь надо до асфальта мне добраться. А ты где? А я тут вот тоже. Где-то вот лазит, тут на асфальт вылазит. Пишу, чтоб скучно не было, через лес ломаться. Так, чё, куда поедем-то? Направо-налево? Поехали, наверное, направо, может. Ой, я уже налево вырулил. Ну, поехали налево, я просто еще не вырулил никуда. Справа поезд. Так, а где ты вообще? Чё, тебя не вижу. Я впереди уже далеко. Налево-налево поворачивай и догоняй меня. А, ты уже ушел, что ли? Да, я только что там мимо проезжал. Семён Семёныч. Так, ну все, это ты уже к заправке там, получается, едешь. Я что? О, все, погнали. Вот у меня беда, потом видео будешь смотреть. Заднее вот это ухо зацепило на распуске. Фонарик светит, а сама вот эта балка кронштейна этот в деревьях там остался. А, можно, в принципе, мне попробовать сейчас скинуть груз и опять загрузиться. Ну-ка, подожди. Сейчас ровненько встану. Груз. А, все нормально у меня встало. А, нет, сука, да, вон, у меня тоже криво. Так, я аппаратный крест стать. Все, я поехал через речку. Что там, форсируешь? Сейчас. Ну там, наверное, прямо так переезжай. Переедешь, нет? Да не, я за тобой сейчас. Да, синхронизацию надо, ты так сейчас такой темный. Света вообще никакого у тебя нету. Как будто без света едешь. Синхронизация поприкольнее, как бы. Что-то ты где-то да. Подожди. Какой УАЗик утонул на дне печки. Стоишь, да? Давайте сидем. Нету. Да не-не-не, я. Сейчас я чуть-чуть. Тебе надо было вообще этот островок слева объезжать. Ну да. Как бы по течению так левее. Все, я пополз. Надо было тебе слева просто объезжать этот островок, и все. Ой, я березу вижу, что она белая, как бы такая крадется в темноте. А машины не видно. Надо синхронизацию делать, полюбаса. Так бы я бы тебя уже видел. А, я свет выключу. О! Сейчас видно. Во-во-во, сейчас особенно. Я на своем почему-то не вижу. Но прям... Да у меня тоже сейчас все ровно. Ну, они так-то ровно, просто они сами по себе дергаются все время. Вот я смотрю на них. Подпрыгивают постоянно. Ой, слушай, распуск колеса, что-то все дергаются. Ты, наверное, себе сам не видишь? Нет, у меня все отлично. Может, просто это самое? Отклик медленный, поэтому оно так получается. Может быть, хотя отклик-то небольшой. Я так ждал, у меня тоже нормально все. А ты сейчас упадешь. Нет, не упал. А, вообще ты там, ты экстремалишь, ты поднял его на бок, поставил.
А, ну вот сейчас я вижу, у тебя сейчас тоже бревна скачут сзади. На распуске. Ну вот, вот, и у тебя также. Да-да-да, есть такое дело. Вижу, вижу, ну. Наверное, надо понижайку включить, я чувствую. Надо было тебе тоже цепи брать. Да мне как-то эти нравятся колесики. Симпатичные такие. Прям. Ну, красота были. Прям. Скажем так, депутные эти машины. Ну да. Ну он, в принципе, и на них вот так нормально едет. Не скажу, что уж прям уж. Там можно, в принципе, настройки посмотреть, какие там. О, ты-то вообще по-жесткому. Ты точно хочешь перевернуть, наверное, его? Нет, нет. Я тебя сейчас обогнать думал. Надо было мне пораньше стартануть. Я тебя обогнал бы тут. А я на понижаечке потихонечку. Уверенным, тихим шагом. Хочешь обгонять? Обгоняю, пододвинусь. Да ладно. Ой. Зацепил тебя, нет? Давай я поправее возьму. Да не, вот тут полно места. Надо еще куда ехать. Прямо мы едем сейчас, а потом налево. На перекрестке. Не, с цепями хорошо. Прям без понижайки нормально. И все, налево, налево, Рома, давай. Нет, 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 нет. О, удержал. Вообще экстрим. Да, да, да. Я и смотрю на эту лужу, я думаю, она точно глубокая. Ну да, там грязюка такая. Ну, дефолт бы уже упал бы. По любасу. О, как раз на видео посмотришь, как твои бревна дергаются. У меня-то как бы нормально, да? Только я со своей стороны тоже. Так, нам теперь не пропустить этот пилораму. Пилораму. Я на пятый перекрестке подключен. Смотри, мы повороты не проскочили. Где-то тут рядом должно быть. Вот тут где-то должно быть направо. Впереди, наверное, да? Направо. Да, да. Уже где-то здесь вот. Осталось. Где-то рядом, ну. Ой-ой-ой. Ты меня видишь? Да. Вот езжай за мной. Ой-ой-ой. Я тут экстремально снимаю задом наперед. Нет, тачка звери вообще. Огонь. Сейчас я грузану. Ну да, и с распуска надо что-то тут сделать, подправить. Чтобы он так сильно не бабахал. Когда складываешь, там иной раз бывает столько урона. Верни это моей кабине камеру. Видишь, дерево пляшет, нет? Не-а. Сейчас, подожди. А, ну ты его ломанул, да? Ну, о, блин, сейчас оно притихло. Так оно вообще там такой, блядь, такую пляску устроило. О, бывает такое, ну. Так, что там время-то? Скоро утро. Скоро рассветет. Да, полтора часа осталось. Опа. Вот, только что сложил, дамаг не прилип. Ну он бывает, я говорю, иной раз как шандарахнет, так шандарахнет от души. Сейчас я ровненько тоже встану, можешь попробовать. Такой же тематики еще 4, да, есть очковый распуск. Ой, а я не знаю, даже, Ром. Как бы не могу тебе точно сказать. Опа. Блин, сложил и опять разложил. Вот надо ж так. О, все. Ну все, полетели. Тут-то, я думаю, выйдем к этому
к воде. Нам надо к воде. А тут что, можно было направо и через гараж пройти? Можно, так, а смысл? Нам все равно на ту сторону загружаться. Я на автомате. Я еще повышайку хочу попробовать. Опа. Все, повышайку врубил. Попер. Грязный, как поросенок весь. Вообще он тут просто едет, называется. Нет, тачка зверюга. Ай, буксует, зараза, на повышайке. О, дело к утру. Ой, вижу воду. Так, что-то я не понял. Это не та вода. Нам направо. Блин, я так ко мне так подскочил, я же думал перевернуться. Так. Пошел я чуть-чуть. Ну да, что ты там пляшешь, у тебя морда гуляет такая, то вверх, то вниз. Не, машина обалденная. Так, ну что, переезжаем, наверное. Поплыли. Ну-ка, повышаечка. Эй! Включилось. Все, полетели. Да, это, блин, не дефолт, конечно. Ты еще объезжаешь там где-то? Я прям, да, прям так напрямик. Что ты там плаваешь? Чуть колеса эти самые сложные. Экс. Чё там, стрял? Не, а так надо было прям задом, как стоял. Да, он за роспуск же будет цепляться. А роспуск никак. Газуй. Чё, ты, колёса у тебя не крутятся. Полный привод. Этот автомат, дифференциал, все грубай. Все, спасибо. Так. Нам теперь, наверное, налево сейчас поехали. Чё ты опять там буксуешь на ровном месте? На камень брюхом сел. Слушай, у меня как-то странно здесь почему получается, когда вот QR нажимаешь, и эта самая передача обычно вставляется и там застревает автоматически. А здесь почему-то надо вручную выключать QR. Чё, как ты так засадил такую большую машину? Ты попробуй назад. И туда к островку объедь вот это дело. Как я вот переезжал вот по тому бережку. О! Ой,
Да нормально, я пододвинусь. Давай. Ох ты там, нифига. Вылезли. Все, теперь газ до отказа. Че ты там скачешь? Да я пока выруливал, это самое, не успел вернуть колеса и чуть-чуть левее уехал. Заправляться можно, не заправляться, как понимаю. У меня 334 еще. 520 у меня. Вот твои колесики как едят хорошо. Да мне по сути хватит. Вот это мы что-то газу тут втопили конкретно. Я почему быстрее тебя догоняю. А это, кстати, в мультике всегда такая ерунда. Мы вот сколько не играли, едешь и догоняешь всегда почему-то. Вот сейчас будет поворот крутой. Я-то еду сейчас с морды нас снимаю. То есть я не взад машины смотрю, а вперед. Так, слушай. Где-то мы тут должны. А, вот. Сейчас я отсюда заеду. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. От туалета. Как говорит. Ай! Осторожно, моя машина дает взад. Так. Так, так, где-то тут. Где-то я тут вылазил. Попробуй сломать эту березу, что ли. А, ну если я ее сломаю, то все равно у тебя своя береза будет стоять. Так, сейчас я посмотрю, где-то там есть. Ой-ой, я вообще тут все промахнулся. Чуть-чуть с первого раза не схватило мне заскочить. А там смотри еще, когда поднимешься, там пенек будет. Вау! Вот это жесткий, конечно, распуск. Ой, ё-моё! Все, у меня урона. 875. Вот я тебе про что и говорил. Прилетело. Я сейчас разгончик возьму. Да ё-моё, надо с распуском что-то делать. Да етишки на жизнь. О, бам! Оракуса вижу, там у тебя прицеп в воздухе летает. Ну, так это я его складываю. Вообще жесть просто. Все, готово. Ух ты, блин, вот это я его. Вот это да. Загрузился, называется. Я видел. Ты все там штурмуешь? Я никак он не хочет. Тебя может на лебедку взять? Не? Сейчас походу отъеду. Блин, а мне тут в сторонку-то даже не встать никуда. Я просто туда, получается, вот туда вот в горочку чуть-чуть въехал передом, и лебедочка подкинул распуск. Вот он, я уже еду. Где-то. Ой-ой-ой.
Заёк, я тебя не увидел. Да, у тебя там тоже распуск, там что-то как-то все эти антенны торчат в разные стороны. У меня, в принципе, ремонт еще есть, как бы 200 очков на запаске. А сколько на ней всего? А? Сколько на ней всего? 200, по-моему. Ага. Ну, у меня сейчас вот урона... Есть. У меня урона, знаешь, сколько? 895 из 900. Мне не хватает 5 очей, чтобы все медным тазом накрылось. Но я запаску еще не использовал. Поэтому я говорю, надо с этим распуском что-то делать. Лучше пусть... Я вот сейчас, смотри, как стою, у меня сейчас уже горит, то есть я сейчас могу загрузиться 6 очами. Да ладно. Да, можешь рискнуть, попробовать. Давай. Как будет. Опа, он разложился, смотри. Ока, все, это лайфхак. Вообще отличненько, да? Можно даже урон не наносить никакой. Со сложенным распуском он загрузил и распустил распуск сразу. Вообще обалденно. Блин, у меня угли летят. Можно прикуривать. А это не из-за конфига? Кстати. Может. Была, по-моему, такая. Может быть, да, там, что проще грузиться. Да, бревна. Вот это у меня угли. Можно прикуривать, реально. Давай эти ремонт такие. Да не, у меня же есть запаска. Я просто так поприкольней с углями. Дрова там, интересно, сзади не загорятся. От такого фаер-шоу. А? А я со своей стороны не вижу. Ну да, вот это могли бы, да, чтобы водилу было видно, да, сделать. Как бы элементарно тот же самый свет. Вот, ну что, это разработчикам трудно что-то это сделать. Они только могут бабки как бы получать за это. А, блин, чтобы вот сделать что-то полезное как бы, в игре. Вообще никак это не прикинь. Да е-мое, все с хрена не могу, провода мешают. Так, нам бы этот не пропустить-то, где этот пилосека-то? Вот там еще какой-то болот, я что-то и знать не знал. Подождите, я погляжу. Камеру тяну. Ух ты, ух ты. Дорога. А куда дорога? Далеко еще. А, это вон где-то 700 там похоронен. Вот это что такое? О, слушай, смотри, может нам вот тут снизу скощунить? Ну-ка, подожди. По прямой сейчас рубануть, если. Мы как раз по лорами выйдем. По дорожке по этой выехать на асфальт или как? Или ты напрямки вот хочешь? Вот сейчас асфальт, вот где вот ты стоишь, потом налево уходит. А тут прям по прямой вот через чащу рубануть, если. Там и грязючка вон есть, кустарники. Подожди, сейчас я про это... Ой-ой-ой, все пропало. Все пропало. Ой-ой-ой. Окей. Да я тут все мучу муты свои. О, все. Вот так, да. Так, теперь... Ну, да, где я сказал? Ну я напрямую как-то проложил. Ну вот там спасибо напрямую, она вот где видишь, где точка разведки, вон там вот. Да-да-да, оно получается чуть правее немножко надо. Да-да-да. Сюда куда-то. Раздвинуться. И прям по этим, по кустам мы тут их ставим. Да, навигация тут, конечно, не ах. Так, точка разведки. Какой-то мост тут сломанный. Ух ты, блин. Сейчас, подожди, камеру не могу поймать, зараза. Ну-ка, давай. Знаешь, ты тут куда ехать? Ну, так, примерно. Я тут, правда, деревья просто сам порублю чуть-чуть.
Блин, я тут в каком-то мосту выехал сломанным. Наверное, не туда, походу. Ой, я уже до асфальта добрался. Заглох я тут, правда. Я уже. А я вот куда-то... Ой-ой-ой-ой! Не, устоял. Устоял. Я так. Вот это все пропустил. Я, получается, вообще напрямик. Сюда можешь лучше проверить приехать. Да, я там застрянул, да, походу. Сейчас сюда. Ой-ой-ой-ой. Опять у меня задняя вилка в этих бревнах. И как-то так вот надо было ловить. У меня просто, я когда приближаю, у меня звук-то громко становится. И наушники и гарнитура прям сразу здесь. В одной куче. Как тут нам дальше-то? Нам надо было где-то тут пролезть, тут вот. За столбом. За столбом. Ну, хотя бы сюда работаю. Чуть подать, чтобы положить. Я тут нашел какую-то щель. Щель нашел тут. О-о. А, не, нормально. Мы не ищем легких путей. Ой, я тоже. Я, кстати, тут холмина такая. Сейчас попробую. Масло с мотора льется прямо по мостам. Так. Лазу нет. Лес. Так. О, вообще, черт, куда я залез-то? Мама, не горюй. Так. Это-то... Надо вниз его спускаться. Вот это да. Зачем искать новые карты, если можно на дефолтных найти такую дорогу, где нельзя проехать? Да. Это по дорогам все проехали. А, он проложил навигацию себе и поехал. Ой, я тебя вижу. Я вот где-то тут еду. Я пру на всех пора. Ай, вон, во, да-да-да. Где-то, вот, так может приехали почти. Вообще нормально. Я за тобой поехал, короче. Тут, блин, палки, елки. Да я там столько елок этих посносил, пока ехал сюда. У меня все, вот 5%, так еще и 5 еще. Эй, где-то застряли. Ну что там? За что-то зацепился. Подпихнешь меня там? Да-да-да. А, ты уже пихаешь, я чувствую, что вроде пошло. Эх, спасибо. Давай, Рома, давай. Блин, все масло вытекло из двигателя. Ёлки-палки. Ой, какая тут неудобная горка-то, ёлы-палы. Так, давай. Сейчас я пихаю. О! Стоп.
Стой, стой. Стой, стой, сейчас не перевернись там, подожди. Мне бы как-то немножко назад надо. Сейчас я сдам. Стой, стой, мне еще тут надо будет, по-моему, выворачиваться. Стой, стой, стой. Упс. О, какой дело, уже переехал. Ну давай разгружаться не будем, сейчас скрин сделаем для этого, для видосика. Ой-ой-ой. Так. Рядышком как-то встать надо. Умудриться. Да, да, я сейчас, я хочу встать тебе, чтобы было место тут. Я вот просто не способ ехать. А можешь протянуть сюда, вперед как бы. Три надо залепить. Ёлки-палки, камеру сейчас накрутить надо. Так. Щёлк. О, все чудненько. Чё, разгружаемся? Функция... Чай, я еще раз. Давай. Так, ну я уже на разгрузке. Да я тоже, мне подвинуться немножко. Опа, все, разгружаю. Все, отличненько, еще скринок. Ага. Есть. Так что вот, ребята, отличный мод. Немножко тут мы еще ручки для свои доприкручиваем. Угу. Долепим, и так вообще мод вообще обалденный. Качественный, хороший, немножечко подправить, и так будет скоро, не знаю, как скоро будет, скоро в группе, наверное, да, как скоро, но не скоро. Так что вот, ребята, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, группу, ссылочки увидите под видео. Всем удачки, пока-пока. Пока-пока.